Когда-то люди правили этим миром. Они создали великую империю. Ее столицу называли «Святым городом». Она была настоящим бриллиантом среди других городов. Но мирные дни империи прошли. И святой город пал под натиском демонов. Случившееся назвали резнёй серого дня. С тех пор демоны теснят свободные расы все дальше к окраинам континента. Чтобы выстоять, воины орков, людей и эльфов создали священный союз. Присоединяйся к борьбе. Кто знает, может, именно ты остановишь демонов.